На первом заседании суда обвиняемые показывать свои лица общественности не хотят. Они закрывают их медицинскими масками и куртками. На скамье подсудимых пятеро жителей Рязанской области. Как следует из обвинительного заключения, они организовали банду и совершали разбойные нападения на жилые дома в Рязанской и Московской областях. Под угрозой оружия и насилия забирали у владельцев деньги и другие ценности. Всего на счету обвиняемых 12 преступных эпизодов. В Рязанском областном суде началось оглашение приговора по уголовному делу в отношении пятерых жителей Рязанской области. Один из них обвиняется в создании устойчивой вооруженной группы банды в целях нападения на граждан и руководстве ею, а также в участии в совершенных ею нападениях. Вместе с ним еще 4 гражданина обвиняются в участии в устойчивой вооруженной группе банде и в совершаемых ею нападениях, а также в совершении ряда преступлений, среди которых кража, разбой, приготовление к разбою и покушение на уничтожение чужого имущества. Степень и меру наказания подсудимым определит суд.